весна, шумят леса, свежая земля, поет, звенит ручей. Пришла весна в одежде из лучей, ликуют детские сердца, стремясь в простор лугов. Пришла весна гирлянда из цветов. Весне поем, привет тебе, привет! Ты воскресила мертвую природу и исчезает с каждым утром след, оставленный здесь зимнюю погоду. Цветут цветы, цветет оживший сад, куда ни глядь, весенняя обнова, и радуется восхищенный взгляд. Хвала Творцу, весна здесь снова, весна в душе, чего еще желать? Лишился мир греховной своей власти, мы все имеем, что Господь мог дать. А это настоящее счастье. Солнышко зияет в небе голубом, землю озаряет светом и теплом. Птички прилетели с южной стороны, радостно запели песенки они. Ожила природа, луг покрыт травой, зелены всходы, лес шумит листвой. Радостно сегодня, дух в борьбе поит, вновь рука Господня нам весну дает. Вот тебе и подарочек на Пасху.
Я, нет, я, подожди, тише. Угомонитесь, не успели себе носы показать, уже расшумелись. Тетя Березка, рассуди нас, кого бабушка подарочком назвала? Глупенькие, да вы все вместе бабушку порадовали. Дружно взошли, да раньше обычного, все подарочки-то. Этого не может быть, я сам большой росточек. Я больше бабушку порадовал, мне подарочком быть. Нет, я больше. Нет, я больше. Я подарочки тоже мне. Тише. Давайте лучше спойте песенку про то, как Господь землю сотворил. В первый день создал Бог и ночь, и день. В первый день создал Бог и ночь, и день. В день второй создал небо над землей. В день второй создал небо над землей. Третий день, травы и деревья всем. В третий день, травы и деревья всем. День четвертый создал Бог, солнце и луну и звезды. День четвертый создал Бог, солнце и луну и звезды. В пятый день, в небе птиц и рыб в воде. В пятый день, в небе птиц и рыб в воде. В день шестой, всех зверей и нас, людей. В день шестой, всех зверей и нас, людей. День седьмой, отдыхала всех трудов. День седьмой, отдыхала всех трудов. Тетя Березка, а что это за праздник Пасхи, про который бабушка говорила? Это очень хороший вопрос, Росточек. Как бы мне вам объяснить, чтобы вы поняли? Ну, слушайте. Почему мы празднуем сегодня то, что было много лет назад? Потому что милости Господней нет границ и временных преград. В день, когда могуществом небесным воскресил Он Сына Своего, людям дан навеки дар чудесный, всем, не исключая никого. И сердца открытые, простые, веры, давши Господу приют, в Африке, Америке, России радуются, празднуют, поют. Он воскрес, над смертью торжествуя, и Ему хвала звучит и честь. Слушайте великую, простую, чудную евангельскую весть. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Бог повсюду, Он везде, в небе, в воздухе, в воде. Все Он видит, все Он знает, всех на свете понимает. Он Спаситель мой и твой, Он повсюду, Он живой. Это свято я приемлю. Сам Господь сошел на землю и пожертвовал собой, чтобы нас спасти с тобой. Бог от Бога, свет от света. Ты, конечно, знаешь это и ответишь на вопрос, кто Он? Иисус Христос. Радостно от земли и до небес Он воскрес. Воистину воскрес. Ну что? Поняли, что это за праздник Пасхи? Я понял. Почему вы сегодня такой веселый, почему вы счастливый, как никогда узнают все?
Христос воскрес!
Христос воскрес! Ликуйте, люди! Ликуйте, горы и леса! Он жив! Он жив! Христос Спаситель! Да льется песня в небеса! Христос воскрес! Ликуйте, люди! Возвещайте всем о том, во гробе нет больше Иисуса, и грешник с Богом примирен. Христос воскрес! Его могущим вечно славить! Воздав ему хвалу и честь! Молчать никто нас не заставит! Христос воистину воскрес! Христос воскрес! О, верьте, вот и слово! Христос воскрес! Но ты воскресни с ним! Греха и смерти он порвал оковы, и в рай вошел. Идешь ли ты за ним? Христос воскрес! Надежда засияла, и страх пред властью смерти вдруг исчез. Христос воскрес! Жизнь новая настала! Скажите громко ко всем! Христос воскрес! Воистину воскрес! Вставай, а то я что-то уже проголодалась, есть уже охота. Давай бутербродика, кофейку. О нет, вы что опять молиться? Сколько я могу это терпеть? Каждый день. Послушай, умник, сколько можно? Это свободный человек.
вправе делать, что ему хочется, и я плоть, лучше всего это знаю. Поспать, поесть. И вообще у меня сегодня много дел. Да, да, дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, зависть, гнев, распри и тому подобное. Можно пальцы загибать. Да ну уж прям, не такая я и плохая. Зато я знаю, что человеку нужно. И вообще, жизнь одна, и нужно от нее брать все, что хочешь. Да, плоть, в этом ты права. У тебя жизнь одна, и она очень короткая. А у нас с ним жизнь вечная. И ты нам очень мешаешь на пути к вечности. А, да что с тобой разговаривать? Слушай, дорогой, послушай меня, я знаю, что тебе нужно, и со мной тебе будет хорошо, тепло, весело, добрее. Зачем тебе ходить в эту церковь? Там то холодно, то жарко, то эти коврики. Служение, песнопение. Зачем тебе это рабство? Ну все, вот, хватит. Я не на твоей стороне. Доволен, что в прошедшее время своей жизни я поступал по воле языческой. Теперь я новое творение во Христе Иисусе, и ты меня больше не обманешь. Ну, тебе так просто от меня не избавиться, я знаю твои слабые места, я еще повоюю за свои права. Да нет у тебя никаких прав, вот сейчас возьму слово Божие, узнаешь его. О нет, только не Библия. Нет, я хочу кушать, я хочу телевизор смотреть, в компьютер играть, нет. Читает Библия, 8 глава, 5 стих. Ибо живущие по плоти, а плоском помышляют, а живущие по духу, а духовным. Помышления плоские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плоские помышления – суть вражда против Бога. Вот видишь, плоть, нам с тобой не по пути. Оставлю тебя здесь когда-то, а сейчас будь добра, приводи себя в порядок и вперед служи Господу. Мы в церковь позвоним. Бери ножницы. Ладно, ляжу спать, я все равно к тебе привяжусь. А вот в пост войдешь, я устрою тебе революцию в животе. А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять повеления плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг друга противятся. Вот и я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Аминь. Христе.
соединены, да скотенью моя судьба. Нет никого и ничего, что вырвет из руки его. Он приведет меня в свой дом, моя опора только в нем. Нет никого и ничего, что вырвет из руки его. Он приведет меня в свой дом, моя опора только в нем. Так быстро. Так быстро играет. Дольше играет. Мало людей, маленьких. Мало артистов. Все кончены были. Спасибо, Христос. Володь, у тебя в этом году напарник-то будет, нет? Нет. Один будешь? Ну давай. А что, какая-то помощь нужна? Ну, осень дрова колоть. Ну, может кто-то подъедет к тому времени. С Божьей помощью. Ну все, слава Христу. Аллилуйя.